Я обозреваю фан-кейс, да не простой, а практически магический, волшебный фан-кейс, посвященный Доктору Стрэнджу. Ребята продолжают стараться удивлять, зайдите к ним по ссылке в описании, там происходят всяческие движухи, можно вот заказать, до сих пор можно, представьте себе, вы все еще можете заказать фан-кейс по Доктору Стрэнджу. Фильм сейчас дико популярен, он уже стал самым кассовым популярным фильмом от Marvel чуть ли не за всю его историю. Так что да, смотрим, что же нам здесь положили. 100% качества фан-кейс, вот так вот. Ну, я надеюсь, что так оно все и есть. Смотрите, у них енот в качестве их символа. Мне нравится, я люблю енотов. Любите енотов, ставьте лайки. Любите Доктора Стрэнджа, ставьте лайки. Ну, давайте посмотрим, что внутри-то, а то я все болтаю. Так... Ага, вот так вот мы жестко сразу с места в карьер. Спецподарок для Кисимяки от Фанкейс. Написано здесь, я надеюсь, вы умеете читать. Давайте посмотрим, что же за специальный подарок Фанкейс мне решил в моей коробочке положить. Может быть, если вы закажете коробочку, вам тоже положат какой-нибудь специальный подарок? Я ничего не знаю, всякое бывает. Так... Так, футболочка. Давайте посмотрим, что это за футболочка. Ага, это не Стрэндж, скажем так, футболочка, но это то, что мне уже очень сильно нравится, потому что это Джокер. А я люблю Джокера, и ребята из Фанкейса это знают прекрасно. Поэтому вот такой вот у них, вау. А между прочим, принт-то офигенный, вы вглядитесь. Это большой Джокер, который состоит из множества самых разных маленьких Джокеров. Сейчас я вам покажу поближе, и вы можете разглядеть их лица разные. Те, кто читает комиксы, могут найти здесь Джокера из самых разных эпох, самых разных комиксов, самых разных авторов и художников. Это очень-очень здорово. Спасибо, ребята, спасибо Фанкейс. Футболка всегда в тему, особенно футболка с Джокером. А мы приступаем к самой коробочке. Это важно. Так. Ну что, посмотрим. Сразу же письмо. Письмо на бумаге с енотом, что делает это письмо гораздо более няшным. Большое спасибо, что заказали у нас кейс. Мы уверены, что он доставит вам много позитива и счастья. Это первый из уникальных кейсов, полностью изготовлен нами на собственном производстве. Ага, то есть это значит, что можно будет поддерживать качество и не поднимать цены с учетом всяких перекупщиков и так далее. Благодарим вас за неоценимый вклад в развитие и улучшение популяризации кейсов. Боже мой, какие благодарные люди. Спасибо вам большое, чтобы выразить вам свою благодарность и признательность. Мы дарим вам скидку в 5% на любой следующий кейс. Просто предъявите это во время покупки. Ага, то есть вы покупаете этот кейс, а потом на следующий получаете скидку. Ну или можете вот так вот распечатать это письмо и предъявите, все будет, я думаю, нормально. Мне кажется, ой, боже мой, мне кто-то пишет, а я забыла выключить звук на компьютере. Вот, я думаю, что ребята будут не против дать скидочку еще кому-нибудь из моих подписчиков, вы там спросите у них по ссылке в описании, да, типа, можно? Я от Кисимяки, кстати, передайте привет от Кисимяки, мне будет приятно. Так, и что же здесь такое происходит? Начнем с чего же мой, так, ага, инструкция по созданию волшебства. Возьмите фигурку, давайте включите гирлянду, поставьте все аккуратно в банку, наслаждайтесь по вечерам ламповой атмосферой. Еноты вообще потрясающие, они в этой коробке везде. Давайте посмотрим, действительно это фигурка, это матрешка Доктора Стрэнджа. Я, если честно, в культурном шоке. Вы вообще видели что-нибудь подобное когда-нибудь? Это реально доктор Стивен Стрэндж. Верховный маг, самый могущественный маг на Земле и вообще во вселенной 616 и не только. И он в виде матрешки. Что происходит-то? Кто это придумал? Фанкейс, вы сумасшедшие. Честно говорю вам, это что-то вообще невероятное. Так, да, реально, посмотрите на него, это матрешка, она правда, да, она открывается, и внутри можно хранить всякие ваши секретики, и он в своем, как бы, каноническом костюме, гребаная матрешка, господи, почему, как? Так, хорошо, но это еще не все, у нас есть волшебная банка, в ней вот такие вот, это типа светодиоды. Прикол. Так, подождите, я хочу это сейчас построить. Давайте построим магию вместе с Доктором Стрэнджем по инструкции от Фанкейса. Как вы относитесь к этому? Я думаю, что это было бы круто. Давайте посмотрим. Сюда действительно все влезает. Это прямо сделай сам. Вот, сделай сам.
потом все включи, все закрой. Вот так вот, все новенькое. Я только что выдернула такую пластиковую штучку. Есть on и off, включатель-выключатель. Вы это видите? Сейчас, подождите, я вам покажу. Я вам покажу сейчас. Вот оно. Боже мой, волшебный доктор Стрэндж в банке. Слушайте, я не знаю, как к этому относиться. Я залипаю на эти огоньки в банке, но когда на меня оттуда смотрит доктор Стрэндж, такой типа, эй, Вика, выпусти меня, выпусти. Вообще прикольно. Какие-то хочется каких-то светлячков реально в банке, и это дико оригинально. Я не знаю, как бы, по поводу того, буду ли это включать каждый божий день, но вот эти диодики мне точно совершенно нужны, светодиодики. Я, может быть, над кроватью повешу и доктора Стрэнджа положу к себе в кровать и буду вся такая модная. Так, ладно, хорошо. Давайте пока выключим, чтобы не посадить батарейку. Мне кажется, что это очень круто. И, по крайней мере, это самое оригинальное, кажется, что я видела вообще в коробках за последнее время. Я включаю свет, и мы продолжаем с вами разбираться. Календарик, спасибо за покупку, мы всегда тебе рады. Предъяви это при следующей покупке на Фанкейс, получи скидку. Ребята просто закидывают нас скидками, это календарик на 2017 год, но на самом деле вот вообще, то есть куча скидок, куча промокодов, давайте смело можно у них, я думаю, заказывать, и все будет хорошо. Так, посмотрим на следующую остановку, это у нас плакаты. Плакаты с доктором, доктор Стрэндж. Здорово, и между прочим, 2017 год, это не то, что у нас кончится через месяц, а может висеть с вами весь год, если вы любите доктора Стрэнджа. А, вот это прикольный, вот этот мне вообще нравится очень-очень. О, это официальный постер к фильму, ну, то есть, как бы изображение официального постера к фильму, то, что Marvel утвердила, и то, что мы видели с вами на афишах в кинотеатрах, доктор, стоящий перед Санкту Санкториум, это главное окно. А, это так красиво! Мне так нравится, мне очень нравится. Вот это очень хороший плакат. Вообще просто от души. Молодцы, ребята. Так, значочек глаз Агамота. Окей, это немножко жутко. Но если вдуматься, вся тема с доктором Стрэнджем, если особенно вы читаете последние идущие арки, она достаточно жуткая. Поэтому да, ваш личный глаз Агамота, вы можете его повесить себе на грудь, прицепить, и будет он вот такой вот на вас смотреть. Прикол. Ну, оригинально, согласитесь. То есть не просто некий абстрактный значок, а конкретный артефактовый значок. Прикол. Так. Ага. Вот это я... Вот за это спасибо. У меня нет ни одной футболки с доктором Стрэнджем, и теперь она у меня есть. И это действительно круто. Достаточно занятный такой нестандартный для Стрэнджа набор цветовой в плане желтого и коричневого. Мне кажется, что здесь бы, наверное, какое-то что-то красное, синее... Такое вот. Вот. Но она смотрится-то хорошо. Смотрите, здесь у нас... Что у нас? Open your mind. Да, откройте ваш разум и измените реальность. Ну, собственно, то, чего добивался древний от доктора Стрэнджа. И так оно и есть. Мягкая очень футболка. Я вот уже чувствую, какая она мягкая. И мне нравится, что она желтенькая. У меня желтеньких вещей не очень много, поэтому мне нравится эта футболка. Хорошо. Ну и плюс ни одной вещи со Стрэнджем, вот именно из одежды, а жаль, потому что я бы хотела больше вещей со Стрэнджем. Он крутой. Так, ага, это магнитик, судя по всему, с, значит, самой знаменитой уже нынче хохмой всего фильма, это по поводу Шамбалы, и типа, что это мантра, это же пароль от Wi-Fi, и вот сюда вы сможете вписать ваш пароль от Wi-Fi, чтобы все ваши гости, приходящие к вам домой, могли сразу им воспользоваться. А что, оригинально? Я не могу сказать, что это плохо, это, я бы сказала, даже очень хорошо. Так, да, все, вот такой вот магнит, он большой, ну, специально, собственно, под эти цели. Действительно оригинально. Ну что, вот такая у нас коробочка. Мне нравится запаковка, мне нравится ощущение волшебности всего происходящего. Вот такие вот креативные у нас фан-кейс. Ставьте лайки, подписывайтесь на Кисимяка любит пирог. Увидимся с вами в следующих роликах. Я вам продолжу показывать всякие гиковские интересности. Пока-пока!